Вот мы сделали Рике сегодня операцию. После кастрации купили ему такие игрушки. Вот. Она что здесь есть? Такое. С мышкой внутри. Валерьяночка. И еще одна с валерьяночкой, да? Валерьяночка. Скряблку, потому что они не очень любят скряблку, а когда будет валерьяночка. Вот такой вот домик. Еще мы, потому что котенка собираемся усыновлять, возможно, даже завтра возьмем. Я поставила небоскреб. Вот ему, дали, вот ему дали такой вот воротник одевать, если он будет себя убирать. Воротник Элизабет. И вот что его тут вот ему сделали. Такую штуку. Это потерь $96 всего лишь. Хотя в другой клинике нам говорили 600 заплатит за нее. А сколько мы заплатили? 100, 96 всего лишь. Там ему еще одну операцию сделали, но, короче, жидкость не, она не сливалась, сливала желудок. Теперь будем наблюдать, он спит. Все, всем пока, Антон.